В рамках сделки по обмену ефрейтора Гилада Шалита на 1000 террористов из тюрьмы вышла Ахлам Тамими, которая 10 лет назад организовала взрыв в иерусалимском кафе «Сбарро». Вот отрывок из ее интервью израильскому телевидению. لكن تنفيذ العملية كان على الاستشهاد وليس علي فأخبرته أن يدخل إلى المطعم أن يتناول وجبة وبعد ذلك بعد ربع ساعة يقوم بتنفيذ العملية الاستشهادية لو خشفت على אנשים שהיו בתוך המסעדה הילדים המשפחות لا את יודעת כמה ילדים נהרגו בסברו ثلاث أطفال قتلوا في هذه العملية أعتقد Чего добиваются террористы? В первую очередь смерти тех, кто оказался возле взрывного устройства. Но есть и вторая задача – ужаснуть уцелевших, тех, кто оплакивает погибших, кто вглядывается в страшные кадры на экранах телевизоров или на страницах газет. Террористы надеются испугать этих людей, заставить почувствовать себя беззащитными, сковать их волю. Такие люди решат, что можно принять требования террористов, замириться с ними, начать процесс уступок, который в конце концов утихомирит пламя террора. Но это тупиковый путь. Попустительство мошеннику оборачивается новым мошенничеством, грабителю – новым ограблением, убийце – новым убийством. Да, люди перепуганные всегда были и будут, но есть и другие. Вот лица тех, кто погиб в Сбарро. Mm-hmm.